45 лет со дня основания отпраздновало одно из старейших объединений Мурманска – Совет ветеранов педагогического труда. На праздничном концерте бывшие учителя презентовали новую книгу, в этот раз о педагогических династиях. Совет ветеранов педагогического труда был основан в Мурманске в 1973 году. В его состав вошли учителя-ветераны, которые даже после пенсии не захотели оставить трудовую деятельность. Бывшие преподаватели по-прежнему ходят в школы, проводят занятия с ребятами, делятся опытом со своими молодыми коллегами и помогают адаптироваться к пенсионной жизни тем, кто решил выйти на заслуженный отдых. Кроме того, объединение активно занимается и волонтерской деятельностью. У нас примерно 80 семей стоят на учете. Это одинокие, инвалиды и люди, живущие, на крайней бедности. Поэтому мы к таким людям наиболее внимательны. В те лихие 90-е мы могли там им подарки в виде продуктовых наборов приносить. Сейчас вроде этого не требуется особенно, поэтому мы звоним. Приходим к ним в гости, если они, конечно, того хотят. Общественники собственными силами создают книги на счету совета, сборники сочинений «Дети войны вспоминают», родители и ученики, и даже сборник стихов собственного сочинения. К юбилею организации ветераны подготовили пятую книгу «Связь поколений. Учительские семьи и династии Мурманска». Эта книга у нас на ура идет. То есть это, понимаете, такой вот вклад, по сути дела, понимаете, запечатлеть в историю тех людей, которые династию дали учителям. А ведь учитель – это человек с большой буквы. В честь праздника ветераны подготовили и специальную программу. Перед началом концерта всем гостям устроили экскурсии по выставочному залу, где педагоги представили свои творческие работы. Они действительно очень большие молодцы, они очень деятельные, всегда принимают активное участие в жизни города. Приходят в школу, помогают молодым преподавателям, которые начинают свой путь. Со сцены ветеранов педагогического труда поздравил и депутат областной думы Юрий Шадрин. В торжественной обстановке вручил всем участникам встречи грамоты за добросовестный труд и большой вклад в образование. Но главная награда для учителей всех поколений – счастье и благодарность своих учеников.